Качественnih futbolista u njih jest, kачественnih futbolista u nas jest, хорошая атмосфера, дерби решает, выигрывает. Это мой опыт, команда, у которой есть больше желания, больше борьбы, концентрации, без ошибок и так, дисциплина очень важна сегодня. Так, я ожидаю трудную игру, да, сложную игру, так сказать, но в конце я уверен, что мы собрали силы, чтобы показывали лучших наших качеств сегодня. Желание, борьба, дисциплина, без ошибок. Кто будет держать это, больше шансов выигрывать в конце. Бар! В 25-м туре Тинькофф российской премьер-лиги, дерби «Локомотив Спартак». Команды, которые находятся по соседству в турнирной таблице. И сегодня они лицом к лицу здесь, на РЖД. Своим защитником, потому что атакует Локомотив, и снова в зоне Павла Маслова. Открывается Смолов, а счет открывается несколько в другой зоне. Бьет Ларсон. Ух, какой удар под перекладину! Гильерме справился. Смолов! 2-0! Локомотив уйдет на перерыв с двойным преимуществом. Скок от Максименко, командон на добивание.